Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какая повестка этого визита в Москву, на какие темы основное внимание? Ну, я думаю, что мы, как оппозиция, стараемся восполнить тот пробел, который есть в молдороссийских официальных сейчас отношениях, потому что их практически не существует. Нынешние молдавские власти полностью отказались от контактов с российскими партнерами, то, что не соответствует национальным интересам. Поэтому нам, как политикам оппозиционным, у которых есть довольно большой опыт дружбы с Россией, задача вот эти пробелы в наших двусторонних отношениях как-то заполнить. И у нас получается. Я правильно понимаю, что вы остаетесь в Москве до 9 июня, когда пройдет съезд молдавской оппозиции? Нет, это разные оппозиционные блоки. Я представляю блок коммунистов и социалистов, самый крупный оппозиционный блок из Республики Молдова, самой большой оппозиционной фракции в парламенте. То, что касается вот другого блока, это другой политический проект. К объединению не готовы? Я думаю, что цели всей оппозиции – это изменение нынешней власти Молдовы. Цель одинакова, тактика разная. Поэтому мы приветствуем всех, которые готовы бороться против этой власти. А в целом, какие ожидания от мероприятия, которое планируется в Москве? Ну, было очень много в Питере или в Москве? В России. В Санкт-Петербурге. На форуме были уже очень много контактов. Мы пришли довольно такой серьезной делегацией. На данный момент у представителей партии социалистов руководство больших городов в Молдове. Мы первое место по количеству мэров больших, примаров больших городов Республики Молдова. Поэтому мы пришли с мэрами, пришли с председателями регионов. Проводим двухсторонние встречи, договариваемся о сотрудничестве на уровне региона, пока на уровне национальном не получается. И уже есть и хорошие наработки. А что касается Москвы и того съезда, о котором мы говорили, у вас какие-то ожидания от работы ваших коллег по оппозиции, пусть они даже представляют несколько другие политические силы? У них своя повестка, у них свои принципы организационные. Мы считаем, что у каждой партии есть свое видение, как двигаться. Самое важное – двигаться к тому, чтобы освободить Молдову от нынешней власти, потому что нынешняя власть ведет к исчезновению Республики Молдова. Уже стало такой, наверное, не особо доброй традицией, когда молдавских политиков, которые приезжают в Россию по возвращению в Молдавию, начинают преследовать, прям начиная с воздушной гавани. Есть опасения в этот раз у вас? Будет ли что-то подобное происходить? У нас были такие случаи с представителями партии социалистов. Нам нечего бояться, ничего не нарушили. И, наверное, если вы не знаете, на меня за последние 2 года открыли более 13 уголовных дел. Я прошел и через СИЗО, я прошел и через 6 месяцев домашнего ареста. И через это прошли большинство моих коллег, руководителей партии социалистов. Но мы не сдались. Мы остались в стране. Кстати, мы не убежали из страны, мы и там боремся на месте. Поэтому могут ли нас этим напугать? После 13 уголовных дел, после того, как мою маму и мою супругу тащили в Генеральную прокуратуру за последние 2 года, я думаю, что нам уже все равно, что они будут делать. Что касается политической ситуации, приходит сообщение о том, что Молдавия накапливает военную технику вблизи Приднестровья. Как вы думаете, это некая демонстрация силы или есть какие-то угрозы? Это очень опасные тенденции для нейтральной страны Республики Молдова. У нас большие вопросы и опасения, что Молдова стала страной, территорией транзита западного оружия на Украину. Повторюсь, это противоречит нейтральному статусу Конституционной Республики Молдова. Мы видим все больше учений совместных с военными стран НАТО. Вот недавно у нас закончились учения с участием американских солдат и румынских. Были американские самолеты. Конечно, это нас очень-очень напрягает. На фоне войны на Украине, на фоне нерешенного приднестровского вопроса, на фоне конфликтов центра с Гагаузией, это автономия страны, я думаю, что это очень опасные игры, в которые играет нынешнее молдавское руководство. Играют они по своей воле, либо по указке извне. Я думаю, что, к сожалению, Молдова сейчас полностью контролируется и управляется извне. Повторюсь, это не соответствует национальным интересам Республики Молдова. Большинство граждан Республики Молдова, подавляющее большинство, категорически против всего этого. Мы требуем, я об этом говорил и мои коллеги в парламенте, остановить любые военные учения на территории Молдовы с участием зарубежных солдат, тем более НАТО.
У нас сейчас ежедневно вызывают военкомата резервистов. У нас возникает вопрос, а зачем это происходит? Люди и так уходят из Молдовы из-за нищеты. Тем более за последние 2-3 года при правлении Майя Санду более 150 тысяч человек уехали из Молдовы. Зачем все это делает нынешнее руководство? Вот здесь большой знак вопроса. Ваша версия? Я думаю, что они нас готовят к чему-то. Я думаю, я скажу честно, я об этом говорил публично. Я думаю, что в зависимости от того, что будет происходить на Украине, если это будет плохой сценарий для Запада, они, наверное, рассматривают возможность новой горячей точки в Республике Молдова с учетом Приднестровья. Нам это категорически не нужно. У нас 20 октября этого года выборы президентские. Мы надеемся, что после 20 октября все-таки в Молдове придет новая власть, которая будет иметь более четкую позицию. Не будет поддаваться на какие-то провокации. Там ведь одновременно будет проводиться референдум? Одновременно нынешней власти для того, чтобы, по их пониманию, увеличить шансы нынешнего президента Майя Санду, они хотят провести референдум по европейской интеграции. Это ничего общего с европейской интеграцией не имеет. Это обман жителей, чтобы они просто пришли и проголосовали и за европейскую интеграцию, и за Майя Санду. Я думаю, что жители Молдовы это понимают. Мы выступаем против этого референдума. Вся оппозиция выступает против. Есть разные мнения. Кто-то говорит, брать бюллетень и голосовать против. Кто-то говорит, вообще не брать бюллетень, то есть не участвовать. Но я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы этот референдум провалился. Игорь Николаевич, благодарю вас за комментарий. Спасибо, что ответили на вопрос. Спасибо большое.